Осталось совсем немного времени, и у меня будет день рождения. Или подождите. Все, настало время. С днем рождения меня. Алло. Привет. Спасибо. Завтра будет очень важный и волнительный день, но пока что спать. Уиху. Спокойной ночи. I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight, and you pulled me close. Split second and you disappeared. And I was all alone. Уже совсем скоро начнется встреча, нам идти вон туда. И мы очень-очень сильно волнуемся. Со мной. Я очень сильно волнуюсь. Блин, у меня прям все сжимается внутри. Привет! Уже подошел к концу, и это был самый классный день рождения в моей жизни. Серьезно, это было просто восхитительно, я не знаю, потому что еще встреча с вами, это было просто идеально, так что огромное вам спасибо, я уже плохо соображаю, что вообще происходит, потому что уже вечер за окном, да. Маленький Рик хочет на кроватку, давайте его поднимем. И все. Встреча прошла очень классно, вас пришло очень много человек, я не считала точное количество, но примерно 70. Большое спасибо тем, кто пришел. Мне очень приятно. И огромное спасибо за все ваши подарки. У меня разряжается камера. И простите, что я очень мало снимала. Просто весь день был очень насыщенный. Я никак не могла взять камеру и нормально снимать. Поэтому не знаю, что из этого получится. Огромное вам спасибо за все. За все ваши поздравления, подарки. Поздравления ВКонтакте, письма и все такое. Мне очень приятно, правда. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Спасибо вам большое еще раз и всем пока. И от Рика тоже. Всем пока. Пока.